2 октября в ДК «Химик» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное Дню дошкольного работника и Дню учителя. Педагогов и воспитателей, а также всех тех, кто свою работу связал с детьми, приветствовали исполняющие обязанности заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики, министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова, глава города Новочебоксарск Олег Матвеев и глава администрации города Олег Бирюков. Правильно звучало сегодня уже с этой сцены. Наверное, это главный праздник для всех, для нас. Каждый из нас помнит имя своего первого воспитателя, имя своего первого учителя, имя классного руководителя. Всех тех, кто выводит нас в большую жизнь, всех тех, кто учит нас сначала палочки писать, черточки, крестики, нолики, потом делать выбор. И правильно звучало, благодаря учителю появляются на свет и Бетховены, и Пушкины, и космонавты, и строители, и химики, все, кто есть на этой земле, все всем своим обязаны вам, дорогие учителя. В этот знаменательный день стало доброй традицией чествовать лучших педагогических работников нашего города. Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» награждены заведующая детским садом номер 20 «Ромашка» Любовь Олехнович, учитель русского языка и литературы школы номер 20 Светлана Карчикова, учитель русского языка и литературы школы номер 2 Наталья Ковкова. Также почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации были отмечены директор школы номер 14 Луиза Каханова, учителя и воспитатели образовательных учреждений города. Также педагогов города чествовали на сцене почетными грамотами Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и администрации города Новочебоксарск. Еще раз вас с праздником! Хочется пожелать вам огромного здоровья, простого человеческого счастья, добрых улыбок ваших учеников, пусть иногда дерзких, но все-таки очень любимых. Счастья вам, здоровья и долгих-долгих лет жизни. Праздничное настроение в зале создавали творческие коллективы и юные артисты города. Наталья Журавлева, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.